Сегодня Северный район присоединился к всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Папы и мамы на собственном опыте решили узнать, через что приходится проходить их ребенку, чтобы сдать экзамены и получить заветный аттестат. За испытаниями для взрослых наблюдала Елена Кинт. До начала экзамена несколько минут. Родители волнуются. Сегодня нужно вспомнить все правила русского языка. Немножко есть волнение. Хочется проверить себя, посмотреть, как детям легко или трудно. Результаты этого экзамена ни на что не влияют, но условия сдачи максимально приближены к реальности. Телефоны сдать, соседам не разговаривать, все происходящее снимает видеокамера. На партах только паспорт и гелевая ручка. Контрольные задания и бланки распечатываются здесь же. Эта процедура в этом году стала нововведением. Полностью все экзаменационные материалы, включая бланки ответов, распечатаны в присутствии наших участников, что будет в этом году. Настоящим ЕГЭ летом, и родители увидели задания, потренировались заполнять бланки, увидели, что если не будет подготовки, да, во время учебного года, то очень много ошибок делается, то растерянность какая-то ощущается. 30 минут вместо 3 часов на выполнение 7 заданий тестовой части плюс сочинения. Пролетели как один миг, рассказывает Лариса Руденко. Сложно не было, времени мало. Распрос заданий очень большой, и вариантов, и заданий, и ответов очень много. И напряжение такое все равно у каждого с индивидуальным заданием сидит. Я думаю, что детям сейчас надо знать больше, чем мы знали, мы сдавали. Очень понравился текст, по которому надо было написать сочинение. Даже не хватило времени, можно было еще писать очень интересно. С заданиями по русскому языку родители справились. По итогам проверки тестовой части минимальный порог прошли все без исключения. Есть и так называемый стобальник. Больше затруднения вызвало вспомнить какие-то правила, вчитаться в задание, понять, что именно нужно сделать. Ну и, конечно, само оформление бланков ответов и правильно вписать ответы. Вот это было больше затруднений вызвало. ЕГЭ для родителей в этом году сдают в 50 регионах страны. В Северном проходит второй раз. Участие приняли всего 5 взрослых. Елена Кинт, Николай Подскребышев, Новости УТС.